В стандартной аптеке на полках изобилие препаратов. В среднем 8 тысяч наименований. Ценовой диапазон лекарств рассчитан на разный бюджет. Среди них есть определенный перечень лекарств, стоимость которых регламентирована и не может свободно повышаться. Такие лекарства отпускаются строго по рецепту врача. Мониторинг цен на жизненно важные препараты – забота провизора Управления здравоохранения. На данный момент проверено более 50% аптек. Сейчас мы находимся в одной из аптек города, где была проведена проверка. Нарушений мы не выявили. В аптеке, как и во многих аптеках города, стоит программа определенная, компьютерная, которая формирует наценку автоматически при поступлении и проверяет незавышенными цены. В каждой аптеке должен быть оборудован уголок потребителя. Покупатель может найти в реестре необходимый препарат, сверить отпускную и рекомендованную цену. В перечень входит около 2000 лекарств. Однако и на прочую лекарственную продукцию цены кусаться не должны. Мы к своим потребителям относимся внимательно. Минимально возможная наценка на препараты. То есть на любые, жизненно важные, не жизненно важные, мы стараемся помочь людям, если в этом есть такая необходимость, приобрести препараты, чтобы они могли себе это позволить. Добросовестный фармацевт всегда предложит покупателю взамен дорогостоящего импортного отечественный аналог по гораздо более низкой цене. Мне нравится приходить в эту аптеку, потому что здесь и цены более доступные, чем в других аптеках. И ассортимент лекарств есть. Если даже нету каких-то, предлагают или замену, или поступит, но попозже позвонить, и все равно будет. Мониторинг цен на жизненно важные препараты на курорте проводится каждые 3 месяца по графику.